Факом из Словении и бронза нашему Евгению Гараничеву. Ну вот почему, собственно говоря, я и говорю вам о том, что на Гараничева мы всерьез рассчитываем. Меньше 2 минут уже остается до старта. Номер Эмиль Хегле Свенсон, олимпийский чемпион. Пока у нас нет еще промежуточных результатов никаких. Евгений Гараничев 0,4 километра, где первая временная засечка. 4 минуты всего лишь Женя на трассе. Не ложится в цель. И минуту уже имеет Ярослав Соуко. Пока из тех, кто прошел первую стрельбу, ближе всех австралиец Альмуков к Евгению Гараничеву. 33 секунды отставания. Эмиль Хегле Свенсон. Через минуту стартует Фуркат. Ну что, Свенсон, по крайней мере, точен. Но Гараничеву будет проигрывать, наверное, секунд 15. 14,4. Стартует у нас Евгений Устюгов. 48 номер. Видите, стрельба пока что прекрасная у Свенсона, без ошибок и уступая немного. Это, конечно, слишком много. Эмиль Хегле Свенсон. И сразу же за ним Каукенас тоже пришел сюда. Сенсационное открытие пока этой гонки. Видите, время Евгения Гараничева. И Свенсон промахивается и будет ему проигрывать. А вот Каукенас, если будет точен... Эмиль Хегле Свенсон. Четвертый огневой рубеж. Гараничеву проигрывает. Сейчас узнаем, сколько. Тем временем Мартан Фуркат. Для него стрельба номер 3. Чисто отстрелялся место в десятке. Финиширует Эмиль Хегле Свенсон, уступая Евгению Гараничеву. Но также было, собственно говоря, и после четвертой стрельбы проиграл Свенсон 24 секунды.